Ежегодно в Центре народной культуры Алла-Кашихаб для выявления новых талантливых лиц проводится региональный фестиваль-конкурс «Звездочки Адыгеи». И этот год не стал исключением. 18 и 19 апреля прошел предварительный этап, в котором было несколько номинаций. Это художественное чтение, вокал, цирк, хореография и инструментальный жанр. И гости ждут, что битва началась. Вдруг женская с балкона раздалась перчатка. Все глядят за ней. Она упала меж зверей. Тогда на рыцаре Делоджа с лицемерной и колкой улыбкой углядит его красавица и говорит: «Когда меня мой рыцарь верный, ты любишь так, как говоришь, ты мне перчатку возвратишь». Делорж, не отвечав ни слова, к зверям идет, перчатку смело он берет и возвращается к собранию снова. У рыцарей и дам при дерзости такой от страха сердце помутилось. Мать переживала, ночи не спала, каждую копейку сыну берегла. Господа просила все слова, как стон, а здоровье сына у святых икон. Свадьба отшумела, дым стоял столбом, и сынок покинул старый отчий дом. Жизнь его кружила в карусели дней, не звонит, не пишет матери своей. А она все плачет, сидя у окна, серенькая кошка, да она одна. И душа страдает, и под сердцем жжет, что же он не едет, внуков не везет. Все у сына в общем, в жизни хорошо, жизнь свою устроил, сам себя нашел. Для семьи трудился, не жалея сил, а о ней не вспомнил, а о ней забыл. Заказком чопаша куйту, шиспама ажил сакатехан. Зачеми лапсос ома, на мечмаш хан заражаш три смешал шитап. Счап кори махаш, гумука мечма, хата качишта, уэш падашап. Камет витает, тиши чапшинама, лоб зачажигар капа отешт. Пшинам пшинар, катфазачишма, оценивала выступление участников компетентное жюри в составе председателя Эммы Аюбовой, а также членов Аминат Вакажевой, Марзят Хакужевой, Адама Карданова и Шамсет Хотовой.
идея моя. Инструментальный жанр лауреат первой степени получил Адам Буреев, лауреат второй степени Руслан Киржинов. В номинации «Художественное чтение» возрастной категории от 6 до 9 лет лауреатом первой степени стала Ксения Цуканова, а лауреатом второй степени – Оксана Тлишева. В возрастной категории от 10 до 15 лет в этой же номинации лауреат первой степени получила Екатерина Цуканова, лауреат третьей степени – Ксения Редькина. В возрастной категории от 16 до 22 лет лауреатами первой степени стали Диана Интрисова и Ислам Тлишев. В номинации «Вокал» в возрастной категории от 6 до 9 лет лауреат первой степени получила Динара Кашокова, лауреат второй степени – ансамбль «Нежный возраст». Лауреат третьей степени получили Эмма Брафтова и Асана Хамукова. Лауреатом третьей степени стал дуэт «Сигупс» Розета Псионова и Ивана Саму. В возрастной категории от 10 до 15 лет лауреат первой степени получил Дамир Шалбаев, лауреат второй степени Мадина Ямыкова, Самира Шхабацева, а также вокальная группа «Талисман». В возрастной категории от 16 до 22 лет лауреат первой степени получила Рената Хапиштова. В номинации «Цирк» было всего 4 участника, и все они стали лауреатами. Первой степени – Снежана Волкова, второй степени – образцовая цирковая студия «Ритм», а также Арина Волкова и Светлана Нитягина, лауреат третьей степени – Милана Русанова.
В номинации «Хореография соло» лауреатами третьей степени стали Ясмина Битова и Милана Кемичева. В малой форме лауреатом первой степени стал дуэт Зарина Кидакоева и Алим Коблев, а также детский хореографический коллектив «Фишт». Лауреатом второй степени стал дуэт Айдамир Балоков и Стелла Ахновская. В номинации «Хореография» в группе «Ансамбль» лауреат первой степени получил детский хореографический коллектив «Капельки». Лауреатами второй степени стали сразу несколько детских хореографических коллективов – «Партий Данс», «Данс-класс» и «Капельки». Лауреат третьей степени получил детский хореографический коллектив «Мири Данс». Самую высокую награду – гран-при – завоевал детский хореографический коллектив «Фишт». По итогам предварительного отбора все лауреаты и обладатель гран-при в июне примут участие в международном конкурсе «Звездочки Адыгеи». Пожелаем им удачи!